Помещение военторга на улице Старозагоры в Самаре, возможно, вернут государству. Пока в деле по-прежнему вопросов больше, чем ответов. Судебные тяжбы продолжаются из-за торговых площадей. Раньше они принадлежали Министерству обороны, но были проданы в частные руки. По оценке независимого эксперта, почти вдвое дешевле реальной стоимости. Потом магазин сдали в аренду третьим лицам, которые вложили в ремонт крупную сумму. Собственники спустя время увеличили арендную плату, вопреки условиям договора, и подали иск в суд взыскать накопившийся долг. Областной арбитражный суд отклонил это требование. Основание – экспертиза оценочной стоимости площадей не была оформлена должным образом. Сегодня дело рассматривали в 11-м арбитражном апелляционном суде. Страна-ответчика пояснила, что существует возможность возвращения здания государству, и в связи с этим настаивает на проверке права на объект нынешнего собственника. Когда возникнет вопрос о том, что государство начнет возвращать это имущество и, надеюсь, вернет, значит, оно спросит о том, а кому вы платили арендную плату. И вот по этому поводу есть позиция высшего арбитражного суда. Если арендатор знал о том, что платит арендную плату ненадлежащему собственнику, значит, он должен уплатить надлежащему. У суда возникли вопросы к обеим сторонам. Он предложил прибегнуть к независимой экспертизе рыночной цены помещения. А так как миром договориться у участников процесса не получилось, дальнейшее рассмотрение без оценки просто невозможно. Следующее заседание назначено на 17 декабря.